far each bitch. Yeah. Всем привет и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Как вы можете заметить, сегодня я снимаю немножко в другом месте. У меня вот стоит елочка, все по-новогоднему. Я решила сделать хотя бы одно видео на фоне елки. Конечно, здесь свет не очень хороший, мое лицо выглядит не так, как обычно на видео. Снимаю я сейчас, потому что у меня немножко есть времени. У меня сейчас перед Новым годом очень много работы, очень сильно загружены все дни. Я думаю, что у меня будет выходной только 31-го, скорее всего, это будет время лично для меня, когда я сама пойду наконец-то красить свои корни. Сегодня мне хотелось бы продолжить рубрику «Инстаграм заставил меня это купить». Очень многие из вас, скорее всего, видели рекламу или фотографии, или видео на Инстаграме, где выдавливают такую как глиттерную густую пасту в емкости, full body makeup из глиттера, такой там красный, золотой, или, например, все лицо в глиттере, или макияжи с большим количеством глиттера на глазах или на губах. Все эти фото красуются на Инстаграм, и очень многие ссылаются на фирму Lemonhead. Я тоже решилась приобрести такую глиттер-пасту, мне стало интересно вообще зачем, как, что это работает. У них есть инстаграм-страничка, на ней сверху есть информация и вход на их веб-сайт, я обязательно ссылку оставлю внизу в описании. Когда вы заходите на их сайт, вы можете заметить, что у них есть два типа глиттерной пасты. Один называется Space Paste, второй Space Jam. Они отличаются тем, что первый вариант у вас идет для макияжа лица, можете наносить на лицо, на глаза, на губы и так далее. А второй вариант вы можете наносить полностью на тело и на волосы. Я выбрала тот продукт, который наносят на лицо, то есть Space Paste. Заказывала я все в официальном интернет-магазине getlemonhead.com. На самом сайте все исключительно просто. Одна штучка стоит $22, в евро это, я не знаю, где-то, наверное, может 18 или 19 евро. И там есть такой отдел, где вы можете создать дуэт, он так и называется Build a Duet, где вы можете выбрать две пасты, которые вам нравятся, и тогда цена за две пасты будет $36. $18 за одну штуку, я считаю, что это достаточно выгодно брать по две, то есть вы можете создать два дуэта, у вас будет 4 глиттер-пасты, и будет это все дешевле. Доставка за пределы Соединенных Штатов Америки $25. На территории США, если ваш заказ составляет $50, то доставка бесплатная. За пределами США, если у вас заказ на $150, только тогда будет доставка бесплатная именно в вашу страну. Сама посылка пришла мне за 10 дней, это достаточно быстро. Принес эту доставку курьер, все лежало в упаковочке картонной, внутри все было завернуто в какие-то мешочки специальные с воздухом, чтобы ничего не разбилось. Все это было завернуто в розовую бумагу с наклейкой с логотипом. Также еще есть маленькая карточка с инструкцией о том, как использовать данные продукты. Сама продукция делается в Америке, именно, по-моему, в LA. Делается все вручную, каждая баночка. Вы можете прочитать, что на ней написано, что это cruelty free, что означает не тестируется на животных. Это прекрасно. Прекрасно, по-моему. Сама упаковка стеклянная, она такая достаточно увесистая, тяжеленькая, сделана очень качественно, не выглядит дешево. Крышечка пластиковая, в самой баночке 15 миллилитров продукта, это где-то 18 грамм. Стоит наклейка с логотипом, если честно, я не совсем разбираюсь, что это, потому что здесь что-то нарисовано, но ты не можешь понять, что же именно. Если честно, нужно у производителя узнать вообще, что это означает. Возможно, я напишу в Instagram Lemonhead и спрошу, что же означает этот логотип. Вообще непонятно, что изображено на ней. Когда вы открываете, у вас стоит такой как ограничитель пластмассовый, который не дает продукту засохнуть. Пахнет
чем-то непонятным. То есть вроде свежо, вроде лимончик, вроде не лимончик, вроде что-то химозное. Ну, такой ненавязчивый запах, вы его особо не чувствуете, когда куда-либо наносите. Естественно, вы обращаете внимание также на то, что сама паста, она очень-очень-очень густая, просто мега густая. Даже когда вы открываете, посмотрите, вот на крышечке остается вот эта густая паста, и она никуда не льется, не выливается, вы можете трясти сколько угодно, она никуда не упадет, не потечет. Носить можно как пальцами, так и кисточкой, это тоже написано в инструкции. Если посмотреть на сводчики на руке, все выглядит очень пигментированным, очень, прям очень сильно. У меня три цвета. Начнем, наверное, с первого, это Ганшоу. Ганшоу — это глиттер, черный и серебристо-серый вместе намешан, он довольно-таки крупный, очень плотно накладывается, но при этом вы не ощущаете на себе. Следующий цвет называется Roosevelt. Сегодня у меня им сделаны стрелки, по-моему, очень симпатично выглядит. В отличие от других паст, которые я купила, в этой пасте более мелкий шиммер. Она точно так же густая. Пахнет точно так же ненавязчиво. Точно так же 15 мл, как и во всех остальных. В всех бутылочках написано cruelty free and vegan. Если честно, я не знаю, в чем разница между vegan и cruelty free, но как бы, если кто-то знает, напишите мне в комментариях. Третий цвет, последний, называется Gildebeest. Это нереально красивый золотой цвет, который выглядит мокрым. Тоже точно так же очень сильно густой. Густая паста, которая никуда не девается. Смывать я бы посоветовала все-таки водой. То есть если вы даже посмотрите, как я нанесла на руку и поднесла к воде, то вы увидите, что она не смывается под напором воды. Но если вы начнете именно стирать рукой, то вы легко сможете водой это смыть. Наносить можно очень красиво и сделать макияжи, когда наносить на веко вот этот черный или золотой, прям полностью на все веко выглядит очень красиво макияж. С красным можно сделать стрелки, можно нанести на губы. На губах очень красиво смотрится вот этот вот красный. Можно какую-нибудь красную помаду поставить и сверху вот эти блестки. Будет выглядеть просто нереально красиво. На самом деле идеальный вариант для макияжа на Новый год. Все с этими пастами супер, мне все очень нравится. Но все-таки один косяк у них есть, один минус, они не очень стойкие. То есть вам лучше ставить эту пасту, может быть, на какой-то клей или как-то закреплять сверху, потому что блестки все-таки в течение дня осыпаются. Кстати, красный не осыпается вообще, черный осыпается, но не сильно. Сильнее всего осыпается вот этот золотой, не могу понять почему, возможно, как-то формула она какая-то другая, или, может быть, мне попался какой-то более бракованный вариант, то есть мне сверху придется это каким-то образом закреплять. Кстати говоря, я видела обзор Джеффри Стар и Лора Ли совместно, когда они делали обзор на Lemonhead, и они не говорили ничего о стойкости, то есть они просто нанесли и все. Я все-таки этой пастой уже пользовалась, и я могу сложить о ней какое-то впечатление. И да, конечно, стойкость не очень хорошая. Стоит ли эта паста $22? Ну, честно говоря, как бы, если вы будете покупать со скидкой и делать дуэтом, то, в принципе, $18 это не так уж дорого, 15 евро. Но за $22 все-таки дороговато, и плюс доставка $25, даже дороже, чем одна штучка вот этого, это... Ну, как бы too much. В общем-то, я этой пастой очень довольна. Я очень довольна цветами. Я вот эту штуку советую, если вы любитель глиттеров. Тем более в этом году макияжи с глиттерами просто самые популярные. Если вы хотите сверкать в этом году, то
вот эта вещь. Надеюсь, у вас такое же праздничное настроение, как и у меня. Я очень рада, что вы посмотрели данный обзор. И желаю вам хороших праздников, хорошего времени вместе с семьей, с родными, может быть, с друзьями, где бы вы ни были. Может быть, вы сейчас отдыхаете в какой-то жаркой стране. Я очень надеюсь, что у вас праздничное настроение, что у вас все хорошо. Обязательно, если вам понравилось данное видео, ставьте лайки. Для меня это очень важно. Также комментируйте, если у вас это глиттер-паста, есть ли у вас что-то из продукции Lemonhead и заказывали ли вы что-либо с этого сайта. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вам нравится такого плана видео, если вам нравятся обзоры. Я оставлю ссылку внизу на веб-сайт Lemonhead, если вы хотите заказать эту продукцию. Также я оставлю внизу ссылку на свой Instagram. Обязательно подписывайтесь, если вам будет интересно. Там я быстрее ставлю какие-то фотографии и мини-видео именно в Instagram, и вы можете увидеть, о чем будет следующее видео и чего именно ждать. Желаю вам хороших праздников и до новых встреч!